Привет, я снял мультфильм за одну минуту, за 30 и за час. В первом мини-мультфильме, снятом за одну минуту, я успел запечатлеть, как персонаж необычно переодевается. Второй ролик создан за 30 минут. Тут уже получился забавный коротенький мультик. Третью и последнюю анимацию я сделал за 1 час. Тут уже пришлось делать раскадровку, очень боялся, что не успею уложиться за час, но вопреки всем опасениям у меня получилось. Оценивайте результат в комментариях, делитесь этим видео с друзьями. Всем до скорых встреч! Озвучил Дмитрий Валуев.